У жителя Темиртау угнал автомобиль родной сын, сообщает Казинформ. В понедельник в полицию Темиртау обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что у него была угнана машина Nissan. По факту кражи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области. В ходе раскрытия данного преступления полицейские установили, что автомобиль мужчины угнал его собственный 20-летний сын. Парень выехал прокатиться и совершил ДТП. Побоявшись сообщить родителю о содеянном, молодой человек сказал, что автомобиль угнали. По факту проводится доследственная проверка.